полетел в Мьянму, в Яныгон. Посмотрим, как удастся быстро получить визу по прибытии. Меня долго обдонных манги мучили. Как же ты полетишь без визы в Мьянму? А я твердил. Виза он арривал. Ну, вроде пустили на рейс Айразия. Да, duty free пустой. А вот впереди виза on arrival. Виза по прибытии. Чешем вперед. Народ почти никого. Я последний иду еще. Ну что, визу получил очень быстро. Минуты две. Сразу еще и фотоаппарат не забрали, то есть камеру. Прошел минут за 10 таможню. Теперь надо поменять доллары на чаты или кьяты. Говорят, курс в аэропорту самый хороший. Можешь, чтобы чатлов получить, надо спеть, потанцевать. Мама, мама, что я буду делать? Фу. Я думаю, набрал бы пригоршню монеток или купюрок. Поменял. Раньше кучу давали ятов или чатов. Сейчас небольшую пачечку. Так что все вроде нормально. А вот и автобус, идущий в центр. Аэропорт Суле. Аэропорта надо перейти всего-навсего дорогу. Что, 500 местных батов или чатов. И главное без задачи, потому что надо сувать дырочку в ящичек. Крупные купюры нет задачи водителям. Так, автобус очень даже неплохой. Едем в свою гостиницу. Вышел на автобус на остановке. Уже глубокая ночь. Но народ идет до гостиницы, где-то километр. Думаю, дойду без приключений.